прочитайте, пожалуйста, интервью портала Ньюсмейкер. Значит, интервью было опубликовано на прошлой неделе, где я рассказывал про переговоры с плохишами. Моя работа за рубежом закончилась тем, что было возбуждено несколько уголовных дел и против плохотника, против его окружения. А у вас сегодня руль, у вас сегодня власть, а вы ходите, не можете найти одного прокурора и двух милиционеров. Последнее уголовное дело против меня, Чубашенко, Грицко, Цуповича и многих других по контрабанде возбудили прямо перед Новым годом, 18-м. И втихаря хотели объявить меня в международный розыск.